русских сказок, волшебные зверята, Дед Мороз и Снегурочка – все закружились в одном хороводе вокруг 10-метровой изумрудной красавицы. Праздник объединил больше 400 детей от 5 до 12 лет из 7 участников спецоперации и из детского дома Садового. Нам очень понравилось. Все дети красивые, в костюмах. Сладкие подарки всем подарили. Ну, в общем, мы довольны представлением, новогоднее настроение у нас хоть появилось. Дед Мороз, Снегурочка, Баба-Яга была. Хоровод кружили возле елки. Красивая елка такая нарядная. Нам понравилось. Почти 500 гостей вместила новая площадка фестиваль парка. Чтобы заставить сиять главную героиню праздника, понадобилось 600 метров нити золотых огней и более 500 елочных украшений. Постарались и дети, для которых организовали торжество. Выбрали для праздника самые яркие необычные наряды. Кто-то в память о своих защитниках Родины. У нас платье чупа-чупс папа нам подарил в прошлом году, когда приезжал в отпуск. У нас папа погиб на СВО. И Маша мы уже, правда, выросли с этого платьишка, но Маша почему-то очень захотела его одеть. Говорит, мама, давай оденем платье чупа-чупс, да, Маш? Да? Очень нравится. Поэтому всем большое, огромное спасибо, что не забываете про детские праздники, про наши мечты, желания. И всех с наступающим Новым годом! Дай Бог всем здоровья, счастья и, конечно же, мирного неба над головой. Я думаю, что в эту новогоднюю ночь в каждой семье, в каждой российской семье будут, наверное, загадывать такое желание, чтобы все-таки был мир, наконец закончились все вот эти неприятности, и папы наши военные вернулись домой. Поэтому с такой мечтой пришли эти дети, и, наверное, нашим мужчинам сейчас важно знать, что их дети, их семьи охвачены вниманием, заботой. Поэтому эту миссию мы сегодня и выполняем здесь. Благотворительная праздничная акция прошла благодаря общим усилиям руководства фестиваля парка и администрации Благовещенска. Праздник детям подарили актеры Амурского драмтеатра, творческие коллективы городского дома культуры ОКЦ. По словам организаторов, фестивальную елку планируют сделать ежегодной. События подобного масштаба в амурской столице ранее не было. Галина Мартынова, Дмитрий Тарасов, программа «Город».